Всем привет, привет, дорогие друзья! Вы снова на нашем канале «Вкусная еда, кухня навсегда». Мы рады, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить классные блюда на предстоящий праздник. Удивляйте своих близких и гостей. Сегодня готовим такие необычные бутерброды. Назвали мы их рыбные гнездышки. Для начала нарезаем батон шириной примерно по 3 сантиметра на кружочки. Затем расстилаем влажную пергаментную бумагу в форме. Разглаживаем все складки и окунаем нарезанный батон в молоко, заранее налитое в миску. Хорошо пропитываем его с двух сторон молоком, чтобы оно хорошо впиталось. И выкладываем в форму, уже застеленную пергаментной бумагой, поплотнее. Затем нарезаем филе рыбы на мелкие кубики. Можно использовать, в принципе, любую рыбку, желательно не костлявую. Мы брали толстолобика, он очень вкусный и полезный. Но лучше толстолобика покупать более 2 кг. Он будет более сочный и менее костлявый. Затем его солим, перчим по вкусу, добавляем приправу. Затем добавляем нарезанный лук и зелень. Хорошо все перемешиваем. После того, как рыбная начинка будет готова, мы берем ложку и формируем вот такие вот углубления в батоне. Делаем аккуратно, чтобы батон наш не развалился. Когда все это будет готово, мы выкладываем туда нашу рыбную начинку. Можно немного придавить ее сверху ложкой. И затем уже смазываем майонезом и ставим в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся: молоко 500 грамм, багет 1 штука, филе рыбы берем 400 грамм, зелень, соль, перец по вкусу, лук репчатый 2 штуки, майонез 2 столовые ложки, сыр 200 грамм. Затем достаем, посыпаем сыром, натертым на крупной терке, и опять убираем в духовку на 10 минут, также при температуре 180 градусов. Достаем. Вот наши гнездышки с рыбой готовы. Такие вкусные, аппетитные, красивые у нас получились. Всем приятного аппетита. Нашей семье они очень понравились. Я уверен, что они понравятся и вам. Готовьте с нами, готовьте лучше нас.